Табло состоит из 64 лампочек. Кто-то стер надписи на кнопках. Повторяю, табло из 64 лампочек. Каждая кнопка управляет своей лампочкой. Она подписана. Но лампочка стер все надписи. Разрешено нажать несколько кнопок, какие хотите, и сфотографировать, какие лампочки при этом горят, какие нет. Какого наименьшего количества фотографий достаточно, чтобы выяснить о всех лампочках, какая чем управляется? 63. 63. Каждый раз нажимаем одну кнопку и смотрим, какая лампочка сгорит. Нет. Да. Можно, мне кажется, за два. За два? Ну, два. Шесть. Смотрите, Алексей Сыч. Да. Каждую лампочку буду закодировать 6 битами. Да. А теперь смотрим на первый бит. И там, где нолики включим, так 2 единички будем включать. Лучше и сфотографируем. Лучше наоборот. И там, каждый раз так далее. В первом бите включим, там, где нолики не будем. Да. А теперь... то же самое, там, где 2 единички во втором бите включим. А теперь лампочки закодированы. Ну, вообще-то, это правда. Вообще-то, это правда. Почему нельзя обойтись 5? Да. Включить, выключить — это 2. 2 в 5 меньше, чем 64. Понимаю, что включить, выключить. Ты очень правильно сказал про код. Каждая лампочка имеет свой код. Если на очередной фотографии она... Включи, да? Горит, то пишем единичку. Да, если выключено, пишем 0. Да. Вот. А так мы закодируем, у каждой лампочки есть код. Да. Но, заметил, всего у нас таких последовательностей 32. Если 5 раз делали этот эксперимент, то только 32. А поэтому мы не можем исключить. Молодец. Молодец. Так, давайте я попытаюсь еще объяснить всем. Ребята, это в точности задача вторичной системы счастливой. Посмотрите. Вы нажимаете на какие-то кнопки, при этом некоторые лампочки зажглись. Вы пишете единичку там, где не зажглись на этих лампочках, нолик там, где не зажглись. Потом вы в следующий раз какие-то кнопки нажимаете. В результате у вас каждая лампочка получает некоторый код. Ну, что-нибудь такого типа. Да? Так вот, если вы начнете с 6 нулей и кончите 6 единицами, легко понять, что это будет 2 в шестой степени, то есть 64 варианта. И даже и кнопкам давать такие же номера. Конечно. И так вы узнаете. А если только 5 раз, то вариант будет 32. А если вы разбили на 32 вида 64 объекта, то это тогда принцип Дирихлета. Если у вас меньше, чем объектов, то обязательно какие-то два... Кажется.